Краски осени на Батурина. В экспоцентре открылась самая яркая и теплая выставка. На двух этажах представлены сувениры, подарки, товары для женщин, продукты питания, услуги. Вот, например, монгольский трикотаж. Здесь можно найти большой ассортимент детской, мужской и женской одежды из натуральной шерсти верблюда и яка. Помимо одежды представлены и угощения. Это, наверное, одна из самых вкусных торговых точек на выставке. Морские деликатесы с Камчатки. На прилавке свыше 30 видов не только полезной, но и вкусной рыбной продукции. Рыба благородных пород на любой вкус. Здесь можно приобрести белорыбицу, нерку, омуля, окуня, белугу и многое другое. Для любителей деликатесов представлено более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения. Коронный продукт – чавыча. Ее часто называют княжеским или королевским лососем. По вкусу она близка к семге, при этом не настолько жирная и калорийная, что позволяет ее использовать для диетического питания. В мясе и икре содержится множество элементов, полезных для сердца, сосудов, зрения, суставов, мышц, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Имеется в продаже и свежая икра. Я родилась и выросла на Камчатке. Я люблю красную рыбу, именно чавычу, киту. И мне она нравится. Красная рыба, вот зубатка, например, горячего копчения, очень вкусная, мы пробовали. Они очень красиво обслуживают. Это очень важно, кстати. Вот. И еще они всегда дают попробовать. Это тоже важно, потому что человек попробует, если она сильно соленая, он его не купит. Ну, то есть по вкусу. Ну, вот я, например, пробую уже второй раз. Я уже приходила. Первый раз ты раз пробовала? Нет, раз пробовала, и мне понравилось. Я привела сюда дочь, и вот хочу купить вот этой рыбки. И видите, так как она здесь уложена, она очень красивая. 200 грамм на баланс. Выставка же «Краски осени» будет работать в экспоцентре до 9 ноября. Ну а на смену ей в конце декабря придет новогодняя ярмарка.